Приветствую вас и с радостью попробую помочь вашей проблеме. С радостью попробую оказать вам соответствующую помощь. Письменно можно работать, даже нужно, если вам удобно. Вот. Можно делать так, что вы мне будете писать, я вам буду отсылать видео-ответы, вот в таком формате, в каком сейчас это пришло, если вам так удобнее будет. И вы просто будете его просматривать, и мне кажется, на слух информация воспринимается лучше, но если вам удобно, то можно и письменно. Цена видео-ответа составляет 200 рублей за один видеоответ, а соответственно час переписки составляет 400 рублей. Вот, а что касается вашей проблемы, которую вы описали, то держать себя в руках, не показывать своих чувств, это означает осознать причины этих чувств, понять обстоятельства, которые вызывают реакцию вашу в виде этих чувств, ну и тем самым, ну, осознав их, научиться контролировать. Я думаю, что это не вполне осуществимо и могу вам помочь. Так что, если захотите со мной работать, пишите в личку, обсудим и я вам помогу. На этом все. Если ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен.